Ми повара національної збірної України. Сьогодні були вареники. Ініціатор проекту Тимощук. Не думаю, что кто-то у кого-то в голове дискотеки там. Сегодня ночью футболисты приходили, и вчера симптомы были. И это не смешно, когда человек лежит под капельницей, чуть не умирает. Где хорошее пиво можно напиться? Об этом спрашивают. Как будете вливати? С пивом. У день матчу Данія-Голландія Харків остаточно перетворився на помаранчеве місто.